Здравствуйте! Сегодня в нашей студии Олег Володин, можно сказать, легенда бьюти-индустрии нашего города. Здравствуйте, Олег! Здравствуйте! И пришли вы Спасибо. К нам не один, а с целой линейкой вот такой продукции. Расскажите, пожалуйста, что вы принесли. Ну, на самом деле, у нас два информационных повода, о которых хотелось бы поговорить. Первый – это официальный, это проект «Культ про цвет». Это проект, который поддержан правительством Рязани, финансируется Министерством экономического развития. Это образовательный проект для стилистов, парикмахеров нашего города и вообще Рязанской области. Он состоит из нескольких частей. Первая часть очень интересная, объездная, можно так сказать. Я с авторскими мастер-классами. Вот начиная уже с 10 марта поеду по городам, по весям Рязанской области. Выявлено 7 ключевых районных центров, где мы будем проводить образовательные мастер-классы, передавая не только техническое, но и коммерческое знание. То есть повышать общий уровень профессиональной культуры нашей Рязанской области. С одной стороны, это даст возможность районам повысить качество услуги на местах. С другой стороны, нам, как представителей модной индустрии, будет возможность почерпнуть вот это местный колорит, местное знание, местную культуру, то, что очень ценно, самобытно и очень актуально в наше время. Почему? Потому что все понимают, какое сейчас время, как тяжело. Поэтому есть такое понятие, как феномен отмены культуры. Отмена русской культуры повсеместно происходит. Так вот, для того, чтобы развенчать, уничтожить этот феномен, мы обращаемся к регионам, чтобы не только повысить их технический уровень, не только сделать услугу более доступной и качественной, но и, с другой стороны, насытиться от района как местом силы, насытиться информацией самобытности и именно вот этой вот рязанской колоритности. То есть это будет взаимный обмен опытом? Это будет взаимно обогащающий обмен, да. Как попасть в этот проект мастерам из районов? Нужно заполнить заявку. У нас существует группа ВКонтакте, называется «Культ про цвет», там вывесена вся информация. О календаре объездных мастер-классов, о конкурсе, который будет как следствие этих мастер-классов 25 августа, ориентировочно намечен конкурс в Рязани, с выходом на участие на чемпионате, общерегиональном чемпионате России в Москве. Это будут премироваться призеры и победители нашего рязанского конкурса. Поэтому нужно подписаться в группу ВКонтакте «Культ про цвет». Там заявка, там регламент, тайминг. Подать заявку и ждать своей очереди. Скажу еще вдогонку, что это все финансируется. Что это, пожалуй, на моей памяти это первый раз, когда все бесплатно, безвозмездно за счет правительства, за счет министерства, за счет России, за счет нашего государства. На мой взгляд, это тоже подтверждение такой прям серьезности проекта и для культуры, конечно, и в целом. Конечно. Да. А теперь перейдем к вашей продукции. И генеральный спонсор, получается, мероприятия, конкурса. Это наша продукция крафтов, крафт Олега Володина, крафт ОВ, крафтов. Линейка собственных средств, почему она появилась? Потому что, опять же таки, в связи с трудностью, в связи с обвалом рынка косметических средств, то, что мы покупали в Германии, то, что мы покупали в Японии, с нами осталась сейчас Италия, но Италия никогда не была премиальным поставщиком, то есть у нас все-таки была Франция, Германия, Япония, вот они. Сейчас рынок обрушился, поэтому мы с весны прошлого года салонный бизнес, бьюти-мастера, все столкнулись с проблемой отсутствия средств для работы. Поэтому кто как решает эти проблемы, кто заказывает через Казахстан, кто едет там Польшу, не знаю, кто как.
Вот. Кто собирает по складам по России, на Озоне, прилагает усилия. Кто-то через знакомых, через заграницу. Мы пошли революционным путем. Благо, что до того уже в течение 5 лет был накоплен достаточный опыт для того, чтобы самим производить средства. Сначала это было как некий такой экспромт, эксперимент ироничный. Вот. И то, что вылилось на самом деле в собственную формулу, в собственное производство. Мы получили, точнее, получаем товарный знак. Он уже в стадии, в заключительной стадии регистрации. Получили декларацию европейского соответствия ЕАС. То есть мы можем, собственно, и импортировать, быть импортерами. Вполне себе серьезная уже устойчивая фирма, устойчивый бренд, тот, который можно не только у себя в салоне эксплуатировать, но и дарить людям. Дарить салонам и просто розничным покупателям. То есть вот в этих бутылочках ваш уникальный многолетний опыт как мастера? Однозначно, однозначно. Всем, кто будет пользоваться потенциальным моим клиентом, на самом деле повезло. Почему? Потому что я мастер с 25-летним стажем. Ну, о волосах, как вот расхожее выражение, я знаю все или почти все. Очень много их имел в руках, перетрогал, знаю специфику, структуру и потребности, да, и человека, и волоса, и девушки, вот, и мужчины. Поэтому весь опыт я заключил, конечно, в формулу специфичную, непростую, но, тем не менее, весьма эффектную и эффективную. И сделали, да, свою линейку, которая представлена как маленьким размером 250 мл для розничной продажи, так и для салонного использования литровым форматом. Всего у нас 7 продуктов, пока 7, потому что мы еще замахнулись, получили дополнительную сертификацию на крем-мыло и гель для душа. В чем же уникальность ваших шампуней? Какие у них отличительные особенности, которые их, скажем так, возвышают над остальным рынком на настоящий момент? Уникальное торговое предложение УТП нашей косметики заключается в том, что мы используем не гидролизаты активных веществ, а живые концентраты, бустеры, вытяжки биологически активных белков. Белок – это составляющая, природная составляющая волоса и кожи человека, и мы используем белки именно природного, органического происхождения. Это делает формулу шампуня и маски весьма сходной с формулой волоса и кожи головы. Поэтому контакт происходит очень быстро, и действие чрезвычайно эффектно и эффективно. Что можно увидеть прежде всего? Это прикорневой объем. Естественный, натуральный прикорневой объем. Потом утолщение волосов сечения. Быстрое разглаживание кутикулы. Обязательно шелковистость. Хорошая расчесываемость. Потрясающий блеск. И такое комплексное оздоровление. То, что требуется девушкам, женщинам и мужчинам, то, что прежде всего. Все, чего мы ищем столько времени, покупая разные средства. Теперь все есть в одном, все в одном, так сказать. Есть шампунь, как я уже сказал. У нас 4 вида разного шампуня: для окрашенных, для поврежденных волос, для натуральных волос и для кудрявых волос. А также 3 вида маски: для поврежденных, для окрашенных и для кудрявых. Хит продаж на сегодняшний день – это шампунь для натуральных и маска для поврежденных. Они очень хорошо, это шикарная пара, друг с другом очень хорошо взаимодействуют, дополняют друг друга. Вот, как вы видите, есть в квадратном изготовлении. Это первая партия, такой был пробный эксперимент, но решили остановиться на круглых. И есть новый продукт, вот мы ждем этикетку,
усовершенствованный продукт. Сам им лично пользуюсь. Это крем Левин, несмываемый уход для кудрявых волос. Дело в том, что кудри – это, да, мега актуальный бренд, который грядет. Я думаю, что он захлестнет, эта волна кудрявых волос, кстати, я думаю, захлестнет наш город. Вот у меня у самого биозавивка. И, ну, можно сказать, я для себя изобрел этот крем. Вот ждем этикетку, и, да, поступит на прилавке. Прежде всего, нашего магазина. Мы открыли свой магазин. На базе студии совместили. Сделали два в одном. На базе студии открыли магазин. Можно приобретать у нас. И думаю, что поступит на прилавке магазинов Рязань, Рязанской области. Прежде всего. И пойдет по России. У нас есть свой интернет-магазин, где можно заказать. И мы открылись на маркетплейсах, на Яндекс. На Яндекс.Маркете и на Озоне. Вот у нас за 4 дня, кстати, на Озоне 17 продаж. Я ликую вообще. Это очень... Это мега приятно, когда на оповещении стоит еще рингтон. И вот оно там определенным образом тик. Вот, и у меня 17 за 3 дня, 17 вот этот... То есть можно заказать на Озоне. Сейчас, кстати, в связи с праздниками идет 5-дневная акция. И, по-моему, на Озоне за счет Озона рублей на 200 дешевле маска можно приобретать. Да. Очень удачный момент, чтобы попробовать. Да, как раз к празднику. И для тех, кто хочет все-таки о продукте узнать, потому что, как я уже сказал, продукт не совсем прост. Он все-таки создан профессионалом, и поэтому это не совсем он прям прост. Нужно делать правильную диагностику, нужно сделать правильный выбор и потом уже удачно его эксплуатировать. Для тех, кто хочет узнать, почерпнуть информацию, да и попробовать его на себе, мы придумали такую услугу, называется «Горячее полотенце». Это экспресс-уход для тех, кто хочет узнать и попробовать продукт. Это для всех, кто у нас приходит и покупает, мы делаем это в подарок. В чем заключается? Мы определенным делаем диагностику, моем определенным образом авторским, сушим определенным образом, ну, что-то там происходит. И за крайне короткий срок происходит вот достаточно интенсивное преображение волос. Это просто, это, ну вот как говорится, вау-эффект. Вот. Я еще ни одного даже просто нейтрального отклика не слышал. То есть любая красавица, которая приходит на горячее полотенце, она, ну, как правило, совершает покупку. Поэтому можно пользоваться предоставленной возможностью приходить за продуктом к нам в студию и пользоваться горячим полотенцем, либо приходить за услугой и покупать продукт. Я, кстати, заметила, что даже вот в моем окружении не каждая девушка знает все о своих волосах, даже к взрослому возрасту. Еще и получить консультацию, какая у вас структура, вам подберут продукт правильный. Я думаю, сделать диагностику, получить консультацию о продукте, попробовать сам продукт, получить его пробник в подарок. Я думаю, это лучше подарка к 8 марта и не придумаешь. И в завершение нашей беседы хотелось бы отметить, что все эти продукты в рамках импортозамещения сделаны исключительно из российских компонентов. Я правильно понимаю? Это отечественный производитель, да. Все ингредиенты собраны мной, все контрагенты, они российского происхождения. Мы в Рязани, к сожалению, не производим компоненты. Рязанские производители вот флаконов, дозаторов и технологических процессов. То есть мы здесь все получаем, собираем. Но однозначно это российские производители, это отечественные производители, это импортозамещение, это да, это так. Ну и эксклюзивно для телезрительниц телекомпании «Город» ваше поздравление с праздником. Поздравляю всех красавиц и жду к нам в гости. Приходите и получайте красоту в подарок. Спасибо, Олег. До новых встреч.